Здравствуйте, с вами Виолетта Кулешова, и это моя авторская колонка. Наверняка каждая мама когда-либо задумывалась о няне, но вот я точно не исключение. Особенно ярко я помню свои мысли об этом, когда моему малышу был год. Это самый такой непростой год жизни малыша. Но как не ошибиться и правильно выбрать няню? Сегодня мы поговорим об этом с гостьей в нашей студии. Я рада представить Надежду Алькоеву, нашего психолога. Надя, здравствуй. Здравствуйте. Надя, скажи, пожалуйста, вот раньше очень часто на помощь маме прибегали бабушки и близкие родственники. Такая как бы традиция была, да? Сейчас эта традиция уходит, и в основном мамы приглашают нянь. Что все-таки лучше? Оставлять ребенка с близким, любящим человеком, родственником или довериться профессионалу? Ну, начнем с того, что нам надо определиться, какая причина сподвигла маму на поиски няни. Да? Если это желание маме разгрузить немножечко себя, то вполне возможно нужна не няня, а помощница по хозяйству. Порой домработница снимает с мамы такой груз хлопот, и мама становится свободнее, мама посвящает время больше ребеночку и своим делам, соответственно, все успевает. А другое дело, если мама, например, выходит на работу, или мама хочет какое-то свое личное пространство, чтобы где-то бывать, с кем-то встречаться, в таком случае уже встает вопрос о няне. Многие мамы до сих пор, я бы не сказала, что традиция совсем ушла, многие мамы до сих пор пользуются помощью своих мам, мам своих мужей, бабушки продолжают воспитывать внуков, но не всегда это бывает однозначно хорошо. Есть в этом как плюсы, как хорошие стороны, положительные, так и отрицательные. Какие положительные? Мама уверена в няне, да? То есть если мама оставляет с родственником, с сестрой, бабушкой, неважно с кем, мама абсолютно спокойна, понимает, что она может ни за что не переживать и не думает об этом, не носит это как тревогу постоянно в себе. Какие минусы? Например, старомодное воспитание. Если мамы с советским своим таким хорошим опытом, порой она часто переносит туда ошибки того самого советского воспитания. И мамочка продвинутая, которая читает, интересуется, общается, смотрит какие-то новости в интернете, какие-то новые системы воспитания, порой бывает им тяжело найти общий язык с мамами, которые привыкли по старинке. Какие еще минусы могут быть? Минус может быть, если бабушка начинает каким-то образом вникать в жизнь семьи, начинает как-то ребенка к чему-то там, может быть, не на 100% настраивать, но какое-то влияние может чувствоваться. Плюс необходимость все время чувствовать себя какой-то обязанной немножечко, мамы начинают как-то это тоже дискомфортно порой принимать. И в такой момент мамы уже начинают всерьез задумываться о том, чтобы пригласить няню со стороны. И опять же, мы на перепутье, есть разные варианты. Есть мамочки, которые выбирают более такой бюджетный, простой вариант. Например, бабушка-соседка, которая вышла на пенсию, но энергии еще много, и которая еще может где-то как-то подхватить, помочь. Либо, например, я не знаю, студентка, девочка, дочка, подруги. Вот, то есть такой вариант. Либо второй вариант, все более и более популярный сейчас, это профессиональная няня из агентства. Опять же, плюсы и минусы свои. С одной стороны, к вам приходит человек с образованием, он профессионал. Это может быть психолог, возможно, это педагог. Некоторые мамочки выбирают медицинских работников и чувствуют себя спокойно, выбирая именно вот такую няню. В чем минусы? Мама никогда не может на 100% расслабиться. Какой бы ни была хорошая няня, какие бы у нее замечательные ни были дипломы, какое бы хорошее агентство, договоры и все что угодно, но всегда у мамы вот эта вот тревога, все равно это чужой человек. Просто потому что чужой человек. Да, в таком случае всегда рекомендуется мамочкам оборачиваться на советы знакомых. Няни, которые уже проверены кем-то. То есть няню лучше искать не просто глухо через агентство, а лучше все-таки брать у кого-то. В идеале, конечно, да. Если ваша подруга с этой няней, да, и огонь, и воду, и медные трубы, разумеется, вам будет немножечко на душе полегче, приглашая в дом человека, который вот уже где-то по каким-то рекомендациям к вам попал. А какой возраст предпочтительный у няни? Вы знаете, я не отвечу на вопрос, какой возраст предпочтительный. Порой мамочки начинают уже обращаться к услугам няни, уже вот как вначале было оговорено, уже практически вот на первом году жизни малыша. А скорее всего, в этом возрасте все же, если нет необходимости такой вот острой, например, мама на работу идет, я рекомендую все-таки взять домработницу, помощницу по хозяйству. Мама действительно устает, и она начинает
особенно если позволяет материальное положение, задумываться, ах, как было бы здорово. Но вот вариант домработницы порой решает практически все проблемы разом. А все-таки насчет няни. Если я говорю о няне взрослом человеке, да, особенно если она ближе к такому пенсионному, так сказать, возрасту, у нее уже сложившиеся понятия, как должен быть воспитан ребенок, и она может маме говорить: да-да-да, я все поняла, но как только выходит мама за дверь, что самое страшное, да, думая о том, что все будет так, как она наказала, няня воспитывает ребенка по-своему. Ну и вот именно поэтому так важно с умом подойти и с осторожностью к выбору. Еще такой момент надо учитывать. Если это профессиональная няня, чаще всего няни стараются продолжать мамину линию воспитания. То есть мама перед тем, как, да, няня выходит на работу, объясняет приоритеты, что позволяют ребенку, что ему запрещают, какие-то определенные правила в семье. И няня, даже если она категорически с этим не согласна, там полностью, или там она мама троих детей, и она воспитывала всех абсолютно иначе, но профессиональная няня, она вроде как вот по условиям должна подстраиваться под стиль воспитания мамы. Проконтролировать практически нереально. Есть мамы, которые даже говорят об этом няням, на первое время оставляют включенную видеокамеру. Вроде как и посмотреть, проконтролировать, чтобы няня не расслаблялась. Но здесь вот на 100% в любом случае мамочка спокойно быть не может, поэтому какая-то доля риска все-таки в этом есть. Как подготовить малыша к тому, что за ним теперь будет ухаживать няня? И нужно ли вообще это делать? Ну, зависит от возраста малыша, во-первых, да, если мы говорим про совсем крошку, то, разумеется, мы сначала должны познакомить няню. Не вот прям вот пришла няня на работу и ребеночка оставили. До этого пригласить, пообщаться вместе, остаться вместе, поиграть, посмотреть на то, как малыш реагирует на няню, посмотреть, какой контакт, потому что все мы разные люди, детки разные, и даже у самой замечательной няни порой бывают трудные детки, им тяжело. Посмотреть, как малыш осваивается. Если потом оставить на 10 минуток, на полчасика, да, посмотреть, что ребенок спокоен, то, скорее всего, это подходящая няня, и можно уже как бы рискнуть. Но, еще раз говорю, зависит от возраста. То есть здесь мы смотрим на то, сколько годиков малышу. Можно ли по ребенку как-то понять, что няня ему не подходит? То есть, понятно, маленький малыш ни за что не скажет: мам, ты знаешь, вот эту тетю больше не надо. Ребенок, который еще не умеет говорить, как по его проявлениям можно понять? Это будет понятно любой маме, потому что мама видит, читает все сигналы малыша, которые происходят. Например, мама пришла домой, няню отпустила, и видит, что малыш тревожный, заведенный. Да. Что значит тревожный малыш? Мама всегда знает разницу между тем, когда малыш спокоен, и тем, когда малыш заведен, нервничает и в стрессе. Разумеется, любая мама это почувствует. Здесь не нужно никаких рекомендаций давать, любая мама это абсолютно точно прочитает. А какие-то детские истерики, такие яркие поведенческие реакции, они могут быть связаны с тем, что няня каким-то образом ребенка вот так вот... Ну, конечно, разумеется. То есть, если ребенок, в течение дня, да, будучи с няней, если он был все время на нервах, если он все время был в чем-то там, может быть, лишен, может быть, наоборот, разбалован, конечно, это может быть, разумеется. Ребенок всегда даст нам какой-то сигнал. Обязательно. Не бывает так, что ребенок никаких вот абсолютно никаких причин для волнений не выдаст, если что-то существует, конечно. А вовлекать ли в кастинг малыша? Пока мама выбирает няню, она может перепробовать несколько специалистов. Не вредно ли это для детской психики? Приглашать многих специалистов, да. Как посмотреть. А вы знаете, я скажу, что, наверное, я даже не видела, не слышала о таких случаях, чтобы мама прям вот совсем устраивала такую карусель. Нет, может быть, она приглашает еще кого-то после первой неудачи, но обычно это не превращается в такой кастинг, прям уж совсем кастинг. Но ведь найти хорошую няню – это не так-то просто. Согласна, да. Тем более, что каждая мама, как представление, например, об идеальном докторе, да, каждая мама одна говорит, что вот доктор должна быть там взрослая, мудрая женщина, кто-то говорит, молодой специалист еще с горящими глазами, с желанием, с интересом к работе. Также и мама. Кто-то говорит, что пусть это будет молодая девушка без, там, например, своего опыта материнства, но зато она будет чуть-чуть более там чутко, больше стараться, больше, может быть, бояться и, соответственно, более аккуратной будет. А другие мамы говорят, что няней может быть только та же женщину, у которой свои детки. Кстати, очень еще такой популярный, не популярный, но новый вариант няни – это когда мамочки, скооперировавшись друг с другом, чаще всего они знакомятся в интернете, выясняют, кто из мам не собирается на работу, кто любит детей и кто сидит со своим малышом. И вот такая мамочка собирает еще
парочку детишек от кого-то, да, и, грубо говоря, такой домашний детский садик получается. В чем плюсы? Плюсы в том, что у этой няни, у самой ребеночек маленький, и мама уверена, что оставляя своего, она уверена, что няня будет кормить той же самой едой, как и своего малыша, она же не будет готовить, да, для всех разные кастрюльки. Она будет также внимательна к режиму дня, к сна, там, прогулкам и прочее, потому что у мамы вот своя такая же доминанта в жизни. Но в то же время, если что-то произойдет, она приоритет отдаст своему малышу. Что произойдет? Ну вот, например, они играют, тот стукнул его там по голове, я не знаю. Она, конечно же, не будет защищать и ругать собственного ребенка. Согласна, согласна. В этом тоже есть, как и в любой вот няне, есть положительные, есть отрицательные стороны. Да, это тоже надо учитывать. Но если мы берем мамочку такую, ну, это может быть подруга, может быть мамочка, с которой вы общаетесь в интернете. То есть это какое-то должно быть, я не знаю, понимание друг друга, что ли, доверие, плюсы, минусы, как и в любом случае. Гнаться ли за регалиями няни? Вот некоторые позиционируют, что они не просто психологи, педагоги, они еще медики, и вообще они носители иностранного языка, и все-все-все, и логопеды при этом. И, в общем, берите меня, я сделаю из вашего ребенка гения. Вот стоит ли за этим гнаться? Точно так же, как если вы приводите своего малыша, например, к доктору, перед вами может сидеть такая серьезная дама в очках с огроменным опытом, с невероятными дипломами на стенке, но при этом, например, она вас встречает сварливо и сквозь зубы что-то там бурчит, вы понимаете, что все эти регалии, все эти сертификаты ничего не стоят, потому что очень важен еще человеческий фактор, само тепло, сам контакт. То же самое здесь с няней. Она может быть трижды сертифицирована, но вы почувствуете, вот не мое. Бывает наоборот, вроде как, да, не такой большой опыт работы, не так много каких-то, я не знаю, рекомендаций, но мама чувствует. Здесь это вопрос, я не знаю, интуиции, может быть, маминой отчасти. Это важный момент. Для мамы, мне кажется, это даже определяющий фактор, скорее всего. А такие вот, раз уж мы заговорили об эмоциях, о каких-то вот интуитивных ощущениях, вот опять же, интуиции, почувствовать вот как бы ритм человека, его особенности восприятия мира. Вот это все важно тоже? То есть найти человеку такую няню, которая будет по его природе, так скажем, близка к нему? По его природе. А какая мама разберется в этом во всем сразу? Я должна сказать, что, скорее всего, это зависит от любознательности и заинтересованности самой мамы. Есть мамы, которые настолько деловые, которые могут порой при выборе няни ориентироваться даже на ценовую политику, например, о, это подороже, значит, это получше, понадежнее там и прочее. Есть мамы, которые действительно будут разговаривать с няней до того, как приступить к работе, о многом пытаться как-то выяснить, почувствовать, понять, проверить ее, вот, и все время вот в каждый уголочек залезть, а вот как бы вы поступили, а вот как вы думаете. Да, нужно да? Задавать такие наводящие вопросы? Нет? Зависит от мамы. Есть мамы, которые, для которых это важно, которые в это включаются. Для такой мамы это будет обязательным, разумеется. Но здесь не нужно никаких рекомендаций давать. Каждая мама, выбирая няню, она все равно будет свою линию поведения гнуть. Какая-то мама может быть открытой в мировоззрении и, может быть, даже спрашивать совета у няни. Например, какие-то сложности с ребенком, капризничать там или еще что-то, и мама может посоветоваться с няней, а вот как вы думаете, а вот как вы поступите. А есть мамы, которые, наоборот, будут немножечко конфликтовать, образно говоря, с няней, грубо говоря, соревнуясь, кто правильнее выберет стратегию. Да? Тоже зависит от личности мамы. Надя, а как оставаться мамой, выбрав ребенку няню? Это самый, наверное, главный момент, потому что не секрет, наверное, все знают, что если мамы вот реально пропадают на работе по своим делам, и ребенок постоянно находится с няней, да, наступает такой момент, когда мнение няни для ребенка является более авторитетным, да? Когда мама может что-то сказать, а ребенок ответит: «А вот мы с Зинаидой Павловной делали по-другому, и я буду делать так». Вот, чтобы этого избежать, мамочкам нужно помнить об одном. Няня — это хорошо, это как подстраховка, это как поддержка, как спасательный круг, но мама должна оставаться мамой. То есть не забывать о том, что внимание ребенку мы продолжаем уделять. Не обязательно внимание должно взвешиваться по времени, сколько вы проводите с ребенком. Это важно скорее по интенсивности вашего общения. Ведь побыть с ребенком даже 20 минут в день, а именно такое время психологи выделяют, как необходимое
проведения с ребенком в течение дня. Всего 20 минут в день? Казалось бы, не так и много, но оказывается, что 20 минут реального проведенного времени. Не когда мама делает там что-то там на плите, а ребенок прыгает вокруг, и мама говорит, да, красиво нарисовал, беги. Не вот это время, а вот именно без телефонов, без работы, без кулинарных каких-то своих там, или там убрать квартиру. То есть именно с ребенком. Играть, разговаривать, читать книжки, беседовать, как прошел твой день. Обязательно вопрос мамы должен быть, когда мама возвращается вечером. Как прошел твой день? Ну, что вы делали, да, чтобы ребенок рассказал? Mm-hmm. То есть вот этот контакт необходимо сохранять. Если мама его не потеряет, то переживать особо и не за что. Я недавно общалась с одной девушкой, которая работает в детском клубе, и она мне рассказывала о том, что на протяжении целого учебного года девочку маленькую приводила все время няня. И настолько они часто видели ее именно с няней, не видя при этом ни мамы, ни папы, что им уже казалось, что она на них стала похожа, что она говорит ее выражениями, даже выглядит, даже повадки копирует. Вот как, если такое случилось, как маме здесь быть? Ну, проблема самая, наверное, главная была бы, если бы возникла необходимость прощаться с няней. Например, няня покидает работу, переезжает в другой город или еще что-то. Тяжело бывает, потому что ребенок привык, ребенок уже не хочет никого другого видеть на этом месте, поэтому всегда должна быть какая-то субординация и грань разумного. То есть, если ребенок с няней проводит очень много времени, няня должна понимать, и мама должна не увлекаться совсем, не пропадать на работе, но няня должна понимать, что она не имеет права перетягивать внимание ребенка и быть более авторитетной для ребенка, чем мама. Как это делать, как это проявляется? То есть няня, например, может сказать, вот ты знаешь, вот придет мама, мы спросим, как мама скажет, так и будет. То есть няня показывает ребенку, что приоритет и окончательное решение принадлежит маме. Либо, например, не знаю, подготовить вместе с няней к 8 марта маме открытку, да, то есть вот Все время должно быть присутствие мамы какой-то. Все время подчеркивать в общении с ребенком мамину позицию или там позицию родителей, чтобы не возник вот этот вот перевес, перестройка приоритетов у ребеночка. Такой щекотливый вопрос, как ревность. Ведь очень часто мамы ревнуют к вниманию ребенка. Я задаю таким мамам вопрос, а вы хотели бы, чтобы ребенку было плохо? А вы хотели бы, чтобы ребенок невосторженно рассказывал? Если он рассказывает восторженно, если ему нравится, значит, что это правильная няня, значит, ребенку хорошо, весело. И гораздо хуже было бы, если ребенок был бы угрюмый, суровый, грустный и злой. Ревновать, ну, берите пример с няней, посмотрите, как няня общается с малышом, порой это тоже бывает полезно, подчеркнуть какие-то новые стили общения с ребенком. Порой бывает важен именно вот этот вот свежий новый какой-то человечек, который в доме появляется. Порой няня, несмотря на то, что она никакой не психолог, порой она решает даже психологические проблемы. Да? Мама вот забегалась вот в четырех стенах, а тут свежий человек, свежие взгляды, немножечко обстановочка разряжена. Ревновать можно, но лучше брать пример. А если ревность к папе? Ревность к папе? У мамы к папе? У мамы, да, потому что часто бывает так, что папа видит нового человека, как он замечательно относится к его ребенку, и начинает на няню смотреть немного другими глазами. Ведь очень многие мамы, на самом деле, обсуждают это на форумах. Действительно, они ревнуют к своим няням. Вспоминается Мэри Поппинс. Ну, что тут сказать? Опять же, многие мамы, я знаю таких мам, которые специально выбирая няню, ориентируются на возрастной какой-то критерий, да, что это должна быть не молодая привлекательная девушка, а такая вот тетенька возраст. Пожалуйста, почему нет? Мама имеет право, если маме некомфортно по какой-то причине, даже если потому, что она ревнует, даже если это глупо и совершенно неуместно, пусть она лучше изначально выберет того человека, с которым спокойно, вот и все. Сейчас такой появился тренд «няни-иностранки». То есть, во-первых, это дешевле, они более экономичные. Вот, во-вторых, это вроде как носители языка и такой вариант обучения иностранному языку. Как это будет относиться? В принципе, если человек хороший, почему нет? Но здесь еще такой вырастает вопрос культурных различий. Да? То есть, если мы говорим о другой культуре, других сказках, другой вере, другом образе жизни, да, то есть вот эти моменты надо посмотреть. Лучше все-таки, наверное, брать из своей среды, вот мое мнение такое. Потому что другая культура, это другие обычаи и прочее, прочее, прочее. Спасибо, Надежда. Я напоминаю, что у нас в гостях была Надежда Алькоева, психолог, и мы говорили сегодня на тему «Моя прекрасная няня». Как же выбрать няню, чтобы не ошибиться?
Я благодарю вас за то, что вы были с нами. Если у вас остались какие-то вопросы, непременно оставляйте комментарии под видео, мы с удовольствием вам ответим. А мы прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания.